Что? Сегодня у нас 11 апреля. Мы на Шри-Ланке в городе Хикадуа, вот бас-стейшн местный. Приехали вчера очень удачно. С города доехали за копейки. За $12 со столицы Коломбо мы доехали сюда. В этот курортный городишко, самый тусовочный, как считается. Ну, первое впечатление, конечно, прикольно. Отличается сразу, конечно, от Юго-Восточной Азии. Все, люди другие, все другое. Но люди дружелюбные, очень дружелюбные. Вот бананы продают везде, бананы. Манго. Вот такое движение на улицах. На Индию похоже, но немножко почище, чем в Индии. Хотя в Коломбо там вчера очень так это, местами грязные трущобы. Пока первое впечатление. Идем дальше знакомиться.